Гимназия номер 16 «Интерес» попала в десятку лучших школ Московской области по итогам прошлого учебного года. Общеобразовательное учреждение оказалось на 6-м месте, на 1-м – лицей номер 5 в Дмитровском. Среди люберецких школ в зеленую зону попала и 41-я гимназия. Она заняла 61-е место в рейтинге. Также в этом почетном списке инженерно-технологический лицей, лицей номер 12 и 43-я гимназия. Всего в перечень лучших вошло около 500 объектов образования Московской области. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья нет школ, которые находятся в красной зоне.